Виктора Аныхина. Санкт-Петербург. Лидер Невской волны. Коэффициент 3-0. 3,5. Вперед за групп. 6. Делай. Как перекрутил. Тут ей выскажет. Ух, как близко с вышкой-то. Она как-то, уходя с платформы, она не дошла. Да, мы видим, далековато была от края. Толчка не было, да, действительно. Тимошинина и Беляева у нас его уже сделали. Что, конечно, запас у нее есть. У нее были проблемы с тренировками. Мы видим, что она вся затейпирована. Подготовка к спартакиаде складывалась очень непросто. Она пропускала тренировки. У Ани Канонихиной, к сожалению, здесь не получается. Цен 3,3. Талантливая спортсменка. 18 лет Ани Канонихиной. Вот, вот то, чем она завоевывает всегда аплодисменты. И все прекрасно понимают, что вот с такими входами... Ну, посмотрите, просто бороться невозможно. Но вот, к сожалению, я говорю, здесь есть объективные причины. Я уже об этом рассказывал. Киада и была абсолютно весь сломан. 84-15, 193-05. Вот это уже то, что мы видим в синхроне. Тут некоторые девушки у нас исполняют. И задние стойки назад. В группировке 3,5. Нет. Нет, не получается такая попытка, которая бы действительно по-настоящему вернула. Не хватает высоты, да, нас просто-напросто открывалось в самую воду, да, туда плюхнулось. 240 был финал, но он продолжается для тех, кто за качество своих программ, за свое имя. Борец, винтовой класс. Молодец, молодец. Спортсменка из Санкт-Петербурга. Хорошо, да, вот тут винты чуть-чуть ножки разлетелись, но все остальное молодец. Жалко, конечно, что не до конца все это смогла погасить. Да, все равно... Ну, видишь, не зря поменяли. Боролась за тройку. Надеюсь, что в тройке будешь. Как в Сикате сейчас.